Набраться сил, участвуя в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах и развлекательных программах. В 9-й школе в дни осенних каникул уже не первый год работает оздоровительный лагерь «Солнышко». Детский отдых для 55 малышей педагоги стараются сделать интересным, ярким и полезным. Мы создали много площадок, на которых они могут танцевать, заниматься спортом, заниматься рукоделием, петь. В конце концов, к нам приходят специалисты из детского дома творчества, которые также занимаются с детками. Играть, рисовать, петь, танцевать, смотреть мультфильмы и просто общаться со школьными друзьями и товарищами. Можно смело утверждать, школьный лагерь – своеобразная мечта любого ребенка, когда в классах нужно не учить уроки, а заниматься тем, что по душе. Мы сегодня делали собачку, мышку, котика, девочку. И сейчас делаем листики. У старшеклассников времени на развлечения остается не так уже и много. Одни подростки вне каникул стараются уделить больше внимания спортивным тренировкам. Другие делают упор на подготовку к олимпиадам и предстоящему централизованному тестированию. Некогда отдыхать и педагогам. На заседании ресурсного центра делятся успешным опытом, обмениваются авторскими методиками. В общем, осенние каникулы – не повод бездельничать. Пройдя недельную перезагрузку, и школьники, и учителя с новыми силами вернутся в свои классы. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».